санатории и лечении сном. Чему еще нас научили древние египтяне? Водопровод, канализационная система и бани. Или что знали о профилактике архитекторы древнего Тараза? Все о здоровом образе жизни. Так ли сложно предупредить болезнь? Почему важна профилактика? На протяжении всей истории человечества людей волновал вопрос, как сохранить здоровье до глубокой старости. Именно поэтому вопросы предупреждения болезней занимали значительное место в медицине с древнейших времен. Уже тогда наши предки понимали, что болезнь гораздо легче предотвратить, чем лечить. Само слово «профилактика» происходит от древнегреческого «профилактикус», что обозначает «предохранительный». Значение этого слова также свидетельствует о том, что он представляет собой целую систему мероприятий, направленных на устранение угроз для личной жизни или от каких-то явлений. Профилактика зародилась в связи с попытками эмпирического поиска профилактических мер от каких-то болезней или несчастных случаев путем соблюдения индивидуальной или личной гигиены. Однако справедливости ради стоит сказать, что зачатки профилактики зародились задолго до появления первых государств. Уже в первобытной общине были сформированы определенные санитарные правила и запреты, касающиеся постройки жилищ, уходу за чистотой тела, обращения с больными и так далее. Откуда мы знаем об этом? Дело в том, что первые гигиенические рекомендации вошли в обиход многих народов и нашли отражение в устном народном творчестве и даже в религиозных установлениях. Достаточно вспомнить выражение из сказок, которые мы помним с детства. «Утро вечера мудренее» или «Моисеевы заповеди». В собрании законов Ману браминам строго воспрещается употребление спиртных напитков и всякого мяса. Требуются многочисленные омовения и содержатся многие предписания, направленные к сохранению чистоты и к обеспечению здоровья будущих поколений. Религиозный кодекс Зороастра имел в значительной степени характер санитарного законодательства, стремившегося устранить неестественные пороки и антигигиенический образ жизни. В сочинениях врачей Древнего Египта, Месопотамии, Индии, Китая, Древней Греции и других стран содержится рассуждение о профилактике, которой отдается предпочтение по сравнению с лечением болезней. Великий Гиппократ говорил: выздоровление зависит не только от правильного лечения, но и зависит от солидарной ответственности больного к своему здоровью. Болезнь — это показатель общего состояния здоровья, который зависит от условий жизни. Скрупулезное отношение к профилактике было и у древних египтян. Их образ жизни был целесообразно урегулирован, в нем было очень много рационального. Как рекомендовалось рано вставать, ежедневно заниматься гимнастикой и обтирать все тело прохладной водой. Поощрялись занятия спортом, а некоторые виды спорта входили в число занятий во всех древнеегипетских школах. Прежде всего следует сказать, что в отличие от современной медицины, врачевание в стране фараонов носило религиозный характер. Это связано прежде всего также и тем, что оно находилось под покровительством бога врачебного искусства Тота, которого называли фармаки или фармация, что на наш язык переводится как защитник или исцелитель. В Древнем Египте практиковали целый ряд профилактических мероприятий. Например, врачами пациентам рекомендовались воздержание в еде, очищение желудка или его промывание. В рабовладельческую эпоху появились элементы общественной санитарии. Так в Спарте существовала целая система правил гигиенического и физического воспитания, а законами Древнего Рима предусматривались меры санитарного характера, правила пользования водой, контроль за пищевыми продуктами и многое другое. Основная идея санитарного законодательства спартанцев была направлена на улучшение расы путем естественного подбора брачных партнеров, а также целой системы меры воспитания молодежи путем физических упражнений и закаливания организма. В целом гигиена в Спарте носила государственно-социальный характер. Имелись специальные законодатели,
которые составляли аналогичные мероприятия, которые были обязательными для всего населения или, по крайней мере, для большей ее части. Археологические данные свидетельствуют о высоком развитии гигиены древних городов, находившихся на территории современного Казахстана. Общественный уклад регулировал гигиенические навыки в месте выбора жилищ и в их устройстве, в обычаях захоронения умерших. Раскопки древнего Тараза поражают совершенным водопроводом, системой канализации, устройством бань. Эти постройки красноречиво свидетельствуют о том, что в городах Южного Казахстана и ЖТСУ существовали специальные гигиенические мероприятия, которые были направлены на сохранение чистоты тела, жилища, на предотвращение от многих болезней, а также о пользе бани. Многим нашим предкам было прекрасно известно также о том, как предотвратить себя от многих болезней. Для сравнения скажем, что в рассматриваемый период в городах Европы многие сточные воды кишели крысами, разносчиком страшных болезней, включая чумы. В этот же период в наших городах существовала отлаженная система водопользования, то есть рассматриваемые нами канализации, которые были доведены до совершенства. В средние века мир столкнулся с разгулом инфекционных болезней. Именно в этот период были разработаны и законодательно оформлены различные противоэпидемические мероприятия. Большую известность получили профилактические меры, изложенные в Солернском кодексе здоровья, относящемся к XIV веку, написанном философом и врачом Арнольдом из Вилановы. Удивительно, но автору в стихотворной форме удалось описать древние секреты здоровья и успеха, которые остаются актуальными и по сей день. Так, одна из заповедей Солернского кодекса гласит: «Если врачей не хватает, пусть будут врачами твоими трое – веселый характер, покой и умеренность в пище». Особое место в развитии профилактики занимает великий врач, поэт и философ Ибн Сина, который в своих трудах, и особенно в каноне врачебной науки, первостепенное значение уделял режиму питания и сна, а также физическим упражнениям. По сути, Авиценна в своих произведениях дал основу профилактической медицины. Вот некоторые его слова. «Здоровье сохранить – задача медицины. Болезни суть понять и устранить причины». И это правда. Ведь до конца практически XIX века наука эта была эмпирической, не было научно обоснованных фактов. Лишь благодаря многолетнему опыту люди могли предупреждать заболевания до появления их первых симптомов. В эпоху Возрождения весь накопленный тысячелетиями опыт стал поводом для создания особой отрасли медицины – профилактической. И основана она была уже на достижениях фундаментальной науки. Фрэнсис Бэкон считал укрепление здоровья, искоренение болезней и продление жизни человека основными задачами медицины. Несомненно, профилактика вобрала в себя все знания и опыт предыдущих поколений. К тому же эта отрасль наиболее интернациональна, и в этом нет ничего удивительного, так как открытие в науке в одной стране становится достоянием и других стран. 19 век положил начало разработке научных основ профилактики. И произошло это благодаря стремительному развитию общебиологических наук, медицины в целом и появлению ее многочисленных дисциплин, занимающихся частными вопросами, в особенности физиологии, гигиены и эпидемиологии. Передовые деятели медицины, передовые врачи всегда видели будущее в профилактической медицине. И, по-моему, каждому здравомыслящему человеку понятно, что легче предупредить заболевание, чем потом лечить, поскольку на лечение и самого заболевания, осложнений, которые возникают в ходе возникновения заболевания, вкладываются значительные финансовые средства. И профилактические мероприятия на сегодняшний день являются основной направляющей государственной политики и направлены они, конечно, на формирование здорового образа жизни, на формирование разумного отношения к своему поведению и к питанию, ну, по-другому говоря, к образу жизни нашего населения. Не случайно вопросам профилактики стало уделяться огромное внимание именно в XIX веке. Ведь нам нужно признать, что эпоха научно-технического прогресса существенно преобразовала природу на планете Земля и изменила условия жизни человека. К сожалению, изменения были не только положительными. Конечно, научно-технический прогресс внес в нашу жизнь много замечательных
моментов, сторон, аспектов, да, ну и в то же время и неблагополучно отразился на нашей окружающей среде. И мы сегодня вынуждены с вами констатировать о том, что имеется загрязнение почвы, и воздуха, и воды, и все это, конечно, неблагоприятным образом сказывается на здоровье человека. 19 век положил начало научному изучению влияния внешней среды на организм человека. Революцию в медицине совершает немецкий химик Макс фон Петтенкофер. Именно он считается основателем современной гигиены. А началось все с обычного королевского поручения. Ученого попросили выяснить, почему в замке ощущалась досаждавшая королю сухость воздуха. Задача так увлекла Петтенкофера, что он в 1879 году организовал первый в Европе Институт гигиены, став его директором и руководил им до конца своей жизни. Итак, профилактика – это комплекс мер, направленных на охрану здоровья. Профилактика делится на общественную и индивидуальную, которая предусматривает соблюдение правил личной гигиены. Что касается индивидуальной профилактики, это, в общем-то, та часть нашей жизни, которой мы должны уделять особое внимание. Индивидуальная профилактика, она, конечно же, предусматривает мое или ваше личное отношение к той одежде, которую вы носите, к той обуви, которую вы покупаете, к тому образу жизни, который вы ведете, правильно ли вы питаетесь, имеет ли место в вашей жизни физическая активность, здоровый образ жизни. Это все касаемо индивидуальной профилактики. Общественная профилактика предусматривает перед собой комплекс мер экономических, социальных, санитарных, противоэпидемических, которые проводит государство в целях предупреждения вредного воздействия на здоровье населения. В зависимости от состояния здоровья, наличия факторов риска заболевания или выраженной патологии, профилактику можно разделить на несколько видов. Первичная профилактика – это система мер предупреждения развития заболеваний. К этому виду относится вакцинация, рациональный режим труда и отдыха, качественное питание, физическая активность и многое другое. Вторичная профилактика направлена на устранение условий, которые могут привести к заболеванию. Такими условиями могут быть стресс, ослабление иммунитета, нагрузки. Наиболее эффективным методом вторичной профилактики является диспансеризация. Это комплекс мер, направленных на раннее выявление заболеваемости, диагностику, лечение, а также последующую реабилитацию. Роль профилактики в здравоохранении колоссальна, ведь именно эта отрасль позволяет не допустить разгула эпидемий. Учеными давно установлено, что профилактические меры значительно снижают риск инфекционных заболеваний, например, таких как туберкулез. Туберкулез – грозное инфекционное заболевание. Микробактерии туберкулеза устойчивы к спирту, кислоте и шелочи. Она не боится холода. Многие годы могут сохраниться в земле и даже в вечной мерзлоте. В воде микобактерии туберкулеза сохраняется до 100 дней, в уличной пыли до 10 суток. Сегодня, по данным ВОЗ, ежегодно во всем мире заболевают туберкулезом около 9 миллионов человек и умирают около 1,5 миллиона. Установлено, что развитию заболевания способствует слабая сопротивляемость организма, плохие питание и санитарно-гигиенические условия быта и труда, а также длительный контакт с больным открытой формы. Первые признаки туберкулеза – это кашель, мокрота, повышение температуры, боли в грудной клетке, потеря аппетита и масса тела. При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу и обследоваться на туберкулез. При своевременном выявлении заболевания и правильном лечении больные туберкулезом вылечиваются полностью. Нужно знать, что обследование на туберкулез и лечение для граждан Казахстана бесплатное. Но главное – это профилактика. Основным ее средством остается вакцина БЦЖ. Она рекомендована ВОЗ к применению в 118 странах мира. Также рекомендуется регулярно проходить флюорографическое обследование, соблюдать режим труда и отдыха, правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни. Ежедневная влажная уборка, проветривание помещений и прогулка на свежем воздухе является профилактикой туберкулеза. Ни в коем случае не покупайте молоко и мясо на улицах.
а только в специализированных рынках и магазинах. Ответственность за свое здоровье значительно снижает риск заболеваемости туберкулезом. Однако профилактика направлена не только на борьбу с инфекционными заболеваниями. В структуре смертности на первый план выходят сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные заболевания, а также несчастные случаи. В конце 20-го и начале 21 века изменилась структура заболеваемости. На первый план вышли неинфекционные заболевания и несчастные случаи, которые в общей структуре составляют около 80%. Количество же инфекционных заболеваний сократилось до 4%. В последнее время стали говорить о наступлении эры болезни цивилизации. В первую очередь выходят сердечно-сосудистые заболевания и несчастные случаи. Болезни цивилизации связаны с развитием современного мирового сообщества, урбанизацией, химизацией, искусственным изменением внешней среды, растущими производствами. Получается, что все эти заболевания не фатальная предопределенность, а следствие деяния самих людей. А это значит, что профилактика вполне реальна. Конечно же, в этом случае речь идет о профилактике в государственном масштабе и, более того, международном. Профилактика должна включать сумму мероприятий, направленных на изучение окружающей среды и изменение ее, планомерное воздействие на среду с целью искоренения условий, которые способствуют возникновению болезни. Именно поэтому в Казахстане работают стратегические программы, взять курс на зеленую экономику и строго контролируются вопросы химических выбросов в атмосферу, загрязнения почв, воды и многое другое. Однако и индивидуальную профилактику со счетов скидывать нельзя. Интересную статистику вывели ученые. Они установили, что здоровье человека на 50% зависит от образа жизни, на 30% от окружающей среды, на 10% от генетического наследия и лишь на 8-10% от лечебных процедур. Следовательно, человек располагает большими возможностями для охраны своего здоровья. Каждый человек ответственен за свое здоровье. Конечно, он должен прежде всего избегать вредных привычек. То есть исключить из своей жизни табакокурение, исключить чрезмерное употребление алкоголя. Конечно, задуматься ежедневно о том, какие продукты питания вы приобретаете в своих супермаркетах и какое меню вы на сегодняшний день включаете, какой режим питания присутствует в вашей жизни. Здоровый образ жизни. Это выражение давно стало устойчивым. Однако для многих это просто фигура речи. И, к сожалению, большинство из нас игнорируют немедикаментозные способы лечения, отдавая предпочтение различным лекарственным препаратам. Конечно, при наступлении той или иной болезни обратиться к врачу просто необходимо. Заниматься самолечением всегда вредно, и это может привести к осложнениям. Ну, помните о том, что любые болезни можно было бы избежать, если вы грамотно себя ведете в эпидсезон. Например, часто моете руки или повышаете свою физическую активность. И если вы каждый день помните о том, что здоровый образ жизни должен присутствовать в вашей жизни повседневной, это позволит вам избежать любое заболевание. Не будем забывать, что наш организм уникален. Возможности его огромны, и он может адаптироваться к воздействиям внешней среды. Именно поэтому базовой составляющей здорового образа жизни считается воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков. Мероприятия по первичной профилактике наиболее эффективны в детском и юношеском возрасте. Почему? Потому что в этом возрасте формируются основные поведенческие установки, навыки, взгляды, привычки, вкусы. Словом, то, что чего определяет дальнейший образ жизни человека. Именно в этот период можно предупреждать возникновение вредных привычек, эмоциональной невоздержанности, установки на пассивный отдых и нерациональное питание. Важным звеном здорового образа жизни является искоренение вредных привычек – курение, алкоголь и наркотики. Эти нарушители здоровья являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье их будущих детей. Свое оздоровление многие люди начинают с отказа от курения, так как это является одной из опаснейших привычек современного человека. Медиками уже давно доказано, что курение негативно отражается на всех органах человека. Это приводит к поражению и сердца, легких, и сосудов. Также отнюдь курение не оказывает благотворного действия на умственные процессы. Здесь происходит все как раз-таки наоборот. Идет угнетение и снижение памяти. Нарушается процесс восприимчивости учебного материала. Пристрастие к алкоголю или алкоголизм
влечет за собой нарушение всех органов и систем человека. Развиваются очень тяжелые заболевания, такие как цирроз печени, токсическое поражение сердечной мышцы, у органов пищеварения. Но в данном случае наиболее уязвимой становится нервная система человека. Здесь происходит ее полнейшее разрушение. Употребление наркотических веществ влечет за собой нарушение всех физических и психических процессов в организме человека. Поражение идет на клеточном уровне, то есть это токсическое действие вещества. Поражаются клетки печени в первую очередь, это возникновение токсических гепатозов. Идет распространение таких опасных инфекций, как ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты. Подумайте прежде всего, нужны ли для вашей семьи такие болезни, или вам все-таки дороже ваше здоровье. Еще древние говорили: движение – жизнь. И были правы. Физическая активность – основа здорового образа жизни. И это не только красивое тело. Только вдумайтесь, регулярные физические упражнения значительно снижают риск острых сосудистых заболеваний сердца и мозга, артериальной гипертензии, сахарного диабета второго типа, опухолей, психических нарушений и многих других заболеваний. Кроме того, физическая активность предохраняет организм от неблагоприятных факторов. Ученые сделали исследование и выявили, что хорошая физическая активность повышает уровень иммунитета и предохраняет организм от некоторых инфекционных заболеваний. Многие из нас пренебрегают физкультурой, ссылаясь на недостаток времени. Однако медики подсчитали, что для поддержания хорошей физической формы достаточно всего 20-30 минут активных физических упражнений два раза в неделю. Физическая активность улучшает поступление кислорода и увеличивает мышечный тонус. Особенно это актуально для людей, ведущих неактивный образ жизни и сидячий, студентов, школьников. В тех случаях, когда человек имел низкую физическую активность, либо вообще не занимался спортом, начинать нужно постепенно. Желательно перед началом тренировок проконсультироваться с врачом. Наиболее удобно начинать нагрузки с программ низкой интенсивности. Это ходьба, плавание. Нужно получать удовольствие от тренировок, а не делать их через силу. По мере того, как ваше тело будет крепнуть, постепенно вы можете наращивать темп и увеличивать свою нагрузку. Минимум физической активности можно обеспечить для себя и не посещая спортивные залы. Для этого достаточно после каждого часа работы делать 3-5-минутные перерывы, во время которых необходимо встать со своего рабочего места и пройтись по комнате. По возможности нужно отказаться от использования лифта или эскалатора. Можно припарковать машину за 1-2 квартала до нужного вам места и пешком добраться до пункта назначения. Помните о том, что ваша физическая форма, ваш внешний вид, привлекательность ваша зависит от того, как часто и как активно вы двигаетесь в этой жизни. И если вы 2 остановочки спуститесь домой до дому, то это позволит вам поддерживать себя в активной физической форме, в прекрасной физической форме. Не забывайте о том, что ярким примером для своих детей, для своих внуков являетесь вы. Если вы в выходной день возьмете своего ребенка или своего внука за руку и пойдете с ним за город, пойдете с ним в дом отдыха или в какой-то парк, прогуляетесь, это останется для него ярким впечатлением на всю жизнь, в дальнейшем его развитии, и, конечно, будет способствовать его гармоничному физическому развитию. Сегодня уровень цивилизованности стран определяется не только развитием космической техники, электроники, нанотехнологий и атомной энергетики, но и продолжительностью жизни населения, являющейся одним из наиболее обобщенных показателей здоровья. И не случайно в государственном масштабе мы говорим о здоровье нации. Ведь только здоровая нация способна создать высокий уровень экономики и обороноспособности страны. И каждому гражданину общества отведена в этом огромная роль. Ведь, как говорили древние, мудрец будет лучше избегать болезней, чем выбирать лекарства против них. Данную программу вы также можете посмотреть на сайте телеканала «Белим Жене Мединиет» www.bmtv.kz.